Катався по начному городі на машині свого сябра та загорілися. За угон транспортного сродка супрацовники кримінального вишуку затримали жихара обласного центра. Як установили милиционеры, подчас застолья гэты мужчина забрал у приятеля ключи от автомобиля БМВ и поехал кататься. Але ночное рандеву завершилось узгаранием машины. Гэта отбылося на улице Крывулина. Автомобиль знищен огнем. Что стало причиной узгарания, зараз высветляют эксперты. Следшие подлишивают нанесенную шкоду, виноваты у злочинстве затрыманы. Заведена криминальная справа. В воскресенье около 6 часов 15 минут вблизи автозаправочной станции по улице Криулина произошло возгорание находившейся в движении автомашины. Поскольку действенных мер к тушению со стороны подозреваемого принято не было, автомашина была полностью уничтожена огнем. Причина возгорания устанавливается. Могилевским международным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса «Угон транспортного средства», которое предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.